Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня я зашла в новый проект, который находится на пристарте. Интерн называется, как-то так, Интерн Компани. Вход сюда минимальный 250 рублей. Услышали, да? Значит, создайте собственный долговечный источник дохода в короткие сроки. Так, старт через 2 дня, как я сказала, 31 в 16:00. Значит, специально разработанная прогрессивная полностью автоматическая модель маркетинга позволяет ее участникам приумножать свое благосостояние, становиться независимым в короткие сроки. Сами здесь все прочтете. Здесь есть партнерская программа. За каждого приглашенного партнера мы получаем по 50 рублей. Вот до 100 рублей. Здесь две площадки. Первая площадка 250 рублей, вторая 550. Значит, ну здесь партнерки. Давайте посмотрим маркетинг. Здесь очень интересный маркетинг. Так. Так. Сейчас опустимся пониже. Вот площадка номер 1. Смотрите. Вход 250 рублей. Так. Вот это мы. Как бы, ну, вы. И нужно пригласить 4 человека. С каждого человека, ну, человека 200 рублей. 200 плюс 200 плюс 200. И с четвертого 200 рублей идет на реинвест. Вот. Далее что? Смотрите. Так, оплатив вход, вы занимаете место в очереди. Перед вами доступно 4 места, которые можно закрыть личной рекомендацией или дождаться переливов от реинвеста или от вышестоящих пользователей. Чтобы получить первое вознаграждение, необходимо, чтобы в каждое место встал участник. Обращаем внимание, что начисления поступают сразу на ваш кошелек с первого пользователя. Начисление поступает согласно схеме, ну, вот рисунок, да? Реинвест начисляется после того, как четвертый участник займет место и своей оплатой повторно активирует вам площадку. Приглашая новых участников лично, вы будете получать по 50 рублей за каждую покупку. Это вот здесь вход 250 рублей. И площадка номер 2 за 550 рублей. Она такая же самая, только вход здесь уже больше. Так, регистрация здесь простая. Логин, email, пароль. Прописываем Payeer кошелек, чтобы нам денежка шла сразу, как бы не задерживается в кабинете. Я же зайду в кабинет. Значит, у нас на домашней страничке находится... Сейчас загрузится наша партнерская ссылочка. Так, ну здесь наша статистика. Так, пока что вот две площадки, как бы, за 250 и за 550. В дальнейшем еще собираются сделать еще площадки. Так, далее что у нас здесь? Настройки надо нам. Нам надо настройки. Так. Нет. Так. Занять место управления балансом. Сейчас я здесь найду. Ага, вот настройки. Здесь, обратите внимание, сразу уже, что мы прописывали, Payeer кошелек при регистрации вставлен. Я здесь прописала имя, фамилию, ВКонтакте, ссылочку на Facebook, Skype. Можете, если что, обращаться. Так, далее... Здесь нажимаем на человечка. Вот это здесь нажимаем. Вот это наш профиль. Так. Далее. Здесь уведомления. Значит, всем привет. Мы открыли доступ для регистрации и предварительного бронирования места. По многочисленным просьбам выплаты реферальных доступны и работают в автоматическом режиме сразу на Payeer кошелек пользователей. Так, предварительный запуск бота для расстановки мест 31 декабря в 16:00.
Значит, уже можно пополнять кабинет, приглашать, занимать, как бы бронировать место, и уже реферальные нам до старта сразу идут на Payeer кошелек. Значит, здесь управление балансом. Пополнение баланса. Здесь, значит, прописываем сумму. Я сразу буду заходить на одну площадку на 250 рублей. Нажимаю пополнить. Так, вы собираетесь пополнить, ну, подтвердить. Перебрасывать на платежную систему и далее по схеме. Так. Вот я пополнила на 250 рублей, ожидает операции. Значит, это управление балансом. Я показала. Значит, занять место. Вот площадка номер один, 250 рублей, 4 места. 50 рублей идут за приглашение. Доход составляет 600 рублей. И далее идет у нас закольцовка. Нажимаю «Занять место». Так. Ну что, я так понимаю, что я заняла. Так. «Занять место». Угу. Далее давайте просмотрим площадки. И площадка вот номер один. Структура площадки будет выведена после расстановки мест. Это все будет уже тут после старта. И здесь вкладочка «Рефералы». Так. Активный, неактивный, ну и здесь как бы логин, соцсети и все такое. Вот такой вот проект. Смотрите сами. Заинтересовало? Добро пожаловать. Я запускаю рекламную кампанию. Ну и буду ждать старта. Всем удачи, больших заработков. Всех с наступающим Новым годом. До новых встреч.